Когда на улице минусовая температура, просыпаются уфимские моржи, купаются в Солдатском озере, принимают солнечные ванны. В начале ноября приверженцы здорового образа жизни открыли новый купальный сезон. Юлия в свободное время не только сама любит плавать, но и дочь Варю приучает к водным процедурам. Молодые люди, ребята. Как я прыгаю после воды, интервью давать вообще. Да-да-да. Вам тепло, не замерзли? Погода хорошая, отлично. Плавала уже. Она не уже согрела воду уже. Сначала идет ребенок, потом я. То есть нет, она плавает вместе со мной. Мы уже достаточно долго плаваем. Сколько, Варя? Лет 5, наверное, да? Нормально, все отлично, все здорово. Рекомендую. Погода замечательная. Ну, то есть, как раз самая такая для открытия сезона. То есть, все здорово, все замечательно. Энергия холода. Да, зарядись энергией холода, да, называют. Этот сезон будет интересен тем, что состоится в России первый чемпионат мира по зимнему плаванию. И вот мы сейчас, уже вот с сегодняшнего дня, начинаем целенаправленно готовиться к этому чемпионату. Это говорит о том, что зимнее плавание в России идет, развивается в плане как спорт. Зимнее плавание будет как видом спорта. И вот этот чемпионат, он характеризует развитие вот этой тенденции. Тепло? Даже жарко. Единственное, что немножко пальцы рук, вот ног мерзнут, поэтому мы делаем упражнения после выхода из воды. Я сюда пришла, потому что за здоровьем, потому что я устала болеть постоянно простудами. У меня иммунитет ослаблен был, и никакие лекарства уже не помогали. Поэтому я решила, вот, если раньше я с осени до весны, у меня простуды не прекращались, то сейчас за прошлый сезон, несмотря на то, что коллеги болели, дома болели, меня уже это не брало, честное слово. Позавчера я вернулась с теплого моря, но, тем не менее, наша водичка, она тоже отличная. Вот для чего человек кушает, для чего человек спит, чтобы радость жизни увеличить. То есть это все удовольствие. Главное переступить, первый шаг сделать. А потом просто ты будешь ходить весь день, ну, как будто вот... Ну, это не то сравнение, допустим, ты выпил 100 грамм коньяка, но это без алкоголя у тебя будет такое же ощущение, без всяких последствий. То есть без похмелья, все органы оздоравливаются. Потому что ты, когда в воду погружаешься, у тебя кровь резко к внутренним органам подходит, и все орошается. И это самая лучшая профилактика. Никакие электрофорезы, никакие массажи, ничего не нужно. Это все очень быстро, бесплатно практически делается. Нет ни одного противопоказания, которое бы можно бояться. Вот этого нельзя. Не вздумайте спрашивать у врачей, можно это делать или нет. Никогда. Они всегда скажут, не вздумайте. Пожалуйста, купайтесь, это бесплатное лекарство. В ближайшее время пройдут ряд соревнований по зимнему плаванию. Лучшие участники поют на чемпионат мира в Тюмень. Альфия Лиас, Валентина Юпова, городской телеканал ЮТВ.